Создание однолинейной схемы. В правой нижней части окна программы расположена библиотека элементов. Каждое устройство можно экспортировать из библиотеки или импортировать в нее. Пользователь может сортировать и группировать устройства в библиотеке самостоятельно. Для удобства работы пользователя невостребованные в текущий момент группы элементов можно свернуть. Для добавления оборудования в проект Выберите его в библиотеке, а затем щелчком мыши добавьте его в рабочую область проекта. При этом будет выведен экран ввода параметров. Для добавленного в проект силового трансформатора следует задать его наименование в проекте, выбрать вид, на котором он будет отображаться, задать иные необходимые параметры и нажать клавишу Далее. Наименование оборудования можно перемещать в специально отведенные для него положения. Аналогично в проект добавляются измерительные трансформаторы тока. Для силового оборудования, относящегося к определенному присоединению, следует выбрать привязку к соответствующему присоединению в поле виды, поскольку в дальнейшем эта информация может потребоваться при создании файла спецификации формата SSD. Добавление остальных элементов на однолинейную схему производится аналогично. После того, как все необходимые элементы добавлены в рабочую область, перейдем к прокладке соединений. Для этого в рабочей области библиотек откроем вкладку Соединение и выберем тип Силовое. Для соединения оборудования щелчком мыши выберите устройство, от которого вы собираетесь проложить соединение, затем выберите конечную точку. В появившемся окне введите наименование соединения вид, на котором необходимо отображать данное соединение и соединяемые клеммы оборудования. Прокладка остальных соединений производится аналогично. Atlan автоматически проверяет совместимость соединяемых клемм и не допустит прокладку соединения между двумя несовместимыми контактами. После создания однолинейной схемы можно сформировать файл описания спецификации формата SSD. Для этого в меню Инструменты выберите пункт ⁇ Конфигурация устройства ⁇ В появившемся окне будет доступна вкладка ⁇ Создание файла спецификации SSD ⁇ Задайте имя документа и нажмите клавишу ⁇ Сформировать SSD ⁇ В появившемся диалоговом окне выберите схему SCL, в соответствии с которой должен быть сформирован файл описания, и нажмите ⁇ Далее ⁇ в раскрывшемся окне выберите уровни напряжения и присоединения, которые следует добавить в спецификацию. Введите наименование для них и снова нажмите ⁇ Далее ⁇ Следующее окно позволяет связать функции вторичных устройств и первичного оборудования. Ввиду отсутствия добавленных вторичных устройств в проект, поле устройства остается пустым. Поэтому SSD-файл будет содержать в себе лишь описание однолинейной схемы без привязки функций. После нажатия клавиши ⁇ Сформировать SSD ⁇ файл будет сформирован и сохранен в папке проекта.